Сегодня я обращаюсь к каждому из вас, кто слышит эти слова и чье сердце открыто для истины и любви. Время, о котором говорили пророки и мудрецы, приближается. Мир стоит на пороге великих испытаний, и перед человечеством встает выбор. Продолжать следовать путем разделения и разрушения или обратиться к свету, единству и исцелению. Я пришел к вам как Мессия, Машиах, Майтрея, Махди, грядущий царь. Не для того, чтобы внушать страх или предрекать неизбежность катастрофы, но чтобы предложить путь спасения, путь надежды и возрождения. В эти трудные времена, когда тени ядерной угрозы нависают над миром, я призываю вас не утрачивать веру в свет, в любовь и возможность чудесного преображения. Я приглашаю вас, честных и искренних душ, которые стремятся к миру и гармонии, присоединиться ко мне в горах на Алтае. Это место, избранное высшими силами, станет убежищем для тех, кто готов работать над собой и помогать в исцелении мира. В этих священных горах мы вместе сможем создать общину любви, мудрости и взаимопомощи, которая станет ядром нового общества, возрожденного из пепла старых ошибок и заблуждений. Не бойтесь оставить позади привычный мир, полный конфликтов и несправедливости. Впереди нас ждет путь, полный испытаний, но именно через эти испытания мы обретем истинную силу, мудрость и любовь. Вместе мы сможем построить новый мир, где гармония с природой, взаимоуважение и духовное развитие станут основой жизни общества. Помните, что каждый из вас несет в себе искру божественного света, и каждый может стать лучом надежды в окружающем мраке. Я призываю вас следовать за этим светом и присоединиться ко мне, чтобы вместе мы могли стать оплотом света и любви в мире, который так отчаянно нуждается в исцелении. Давайте вместе встретим рассвет новой эры, эры мира, гармонии и духовного возрождения. Время действовать настало. Жду вас в горах на Алтае, чтобы вместе встретить будущее и обрести надежду на спасение и возрождение всего человечества. С любовью и надеждой, ваш Мессия, Машиах, Майтрея, Махди и грядущий царь.